Танцевальные залы, красивый холл, концертный зал более чем на 150 мест. Таким стал после реконструкции бывший кинотеатр «Пламя». За несколько месяцев здание преобразилось до неузнаваемости. По словам депутатов Гордумы, совсем скоро жители поселка Прибрежный смогут заниматься творчеством в комфортных условиях. Это касается и маломобильных граждан. Перед входом в здание оборудован пандус. Внутри на лестнице также подъемник для инвалидов-колясочников. Считаю, что это место будет 100% популярностью пользоваться, учитывая то, что и это здание находится на таком замечательном месте. Теперь дети будут здесь заниматься, и взрослые, и ветеранские организации могут проводить свои мероприятия. Правда, пока к эксплуатации здание не готово. Система противопожарной безопасности дала сбой. Как пояснили подрядчики, устройство отправлено на экспертизу в Москву. Когда будут результаты, неизвестно. Сейчас все упирается, значит, вот в этот блок, пожарный блок, системный блок речевого оповещения. Нет достаточно хорошего комплекта и полного комплекта вот звуковой аппаратуры. То есть на сегодняшний момент запустить людей, да, и то есть не обеспечить зал колонками, там, микрофонами, значит, подсветкой, ну, это, наверное, тоже неправильно. Но здесь вопрос скорее к изготовителю, уверяют подрядчики. По результатам проверки с их стороны депутаты выявили лишь незначительные, по их словам, нарушения, которые будут устранены в ближайшее время. Подрядчик работу все свои сдал, все документы подписаны, но на него, во-первых, есть распространяется гарантия 5 лет. Он никуда от своих гарантийных обязательств не пытается уходить, он все выполняет в рамках гарантийных обязательств. Я думаю, что здесь вопросов к нему никаких не может быть. Небольшие недоработки есть и в плане благоустройства, прилегающей к зданию территории. К некоторым калиткам нет удобного доступа. С этими вопросами депутаты собираются обратиться в департамент строительства и департамент благоустройства города. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.